На территории Богородицы Успенского монастыря была размещена колония, одна из самых страшных кулаковских колоний. Колонии, в которой держали политических, действительно часто до смерти. То, что творилось за толстыми стенами монастыря, не поддается никакому осмыслению, человеческому пониманию. Я не буду смаковать и рассказывать вам все ужасы, которые творились в этой гулаговской колонии, но поверьте, это очень страшно. Человек, который просидел там, говорил, что человек теряет свой облик и моральный дух приблизительно за 10 дней. Он писал, дольше держатся только религиозные. Они могут выдержать и дольше, но обычные люди полностью теряли самообладание, какие-то моральные нормы, человеческий облик за 10 дней в этих колониях.